Губернатор Игорь Руденев вошел в обновленный состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Напомним, Государственный Совет – это совещательный орган при главе государства, который был образован по инициативе Владимира Путина в 2000 году. Всего в состав Президиума Госсовета вошли 8 глав субъектов России. В послании Федеральному собранию 15 января президент предложил закрепить статус и роль Госсовета в Конституции. Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета.